Какие огоньки. Это мы в Гринвилле. Сколько? 45 майлов, наверное, да, от нашего Эшвилла. В принципе, недалеко. Вот мы приехали и увидели, что у них тут Рождество, можно сказать. Даже летом, да? Да, летом. Вот мы подумали, а почему Рождество с огоньками должно быть раз в год? Вот. Они все деревья украсили, прямо на улице висят огоньки. И на улице, и улица вся подсвечена, не то что вышли, ой, темнота. Вообще, да. Очень нам понравился этот городочек. Очень яркий, красивый, молодежный. Много молодежи. Мало толстых людей мы видели почему-то. То есть даже население как-то вот по внешнему виду отличается от того, что у нас в Эшвилле. Не знаю почему. Ну, Гринвилл даже немножечко, наверное, меньше Эшвилла, да? Или примерно такой же по размерам. То есть это небольшой городок. Но единственное, что в Эшвилле, конечно, погода намного лучше. То есть у нас нет такой влажности. Не знаю, откуда здесь влажность, здесь же далеко до океана. Но жара такая липкая, влажная, душная, тяжеловато дышать. Может, открыть окно? Будешь через окно в бок? Я не смогу. Вот. Поэтому погода у нас, конечно, в Эшвилле вообще просто удивительная. Вот. И горы. Здесь, вот мы ехали, горы видны вдалеке, да, но здесь как бы не гористая такая местность. О, огонечки на деревьях. Это вообще чудо. Мотоциклисты. Ой, здесь навалом. Пожилые пары. Этих мотоциклах. Сегодня даже видели такой огромный мотоцикл, подсвечен такой неоновой синей подсветкой. И звучит музыка, как дискотека. И такой мужчина пожилой едет, довольный в темноте, сверкает весь. Бум-бум, музыка играет. В общем, человек счастлив. Ага, тренажерный зал. Здесь. Понятно. Вот местные много бегают, катаются на скейтах, занимаются спортом, ходят пешком, такие люди подтянутые. Парковочка. Так, а мы ищем с тобой Дентаун, да? Да он здесь, я ищу просто где встать. Все ясно. Кто-то велосипедик. Ой, какие они смешные. Эти велосипедики, вот такой почти как у нас. Такой яркий, красивый город Гринвилл, Южная Каролина. Такси желтое. Потихонечку будешь ехать. Здесь да? Тоже, но вот пенальти написано для инвалидов. Да, не можем найти парковку. Вот кружим и кружим. Как у вас уехали? Какая-то дискотечка. А, это какое-то спорткафе, наверное. Там телевизорчики видны.
люди что-то смотрят. Обычно спорткафе такие. Я думаю, не смотрят. Деревья большие. Да, деревья здесь. От этого климата они такие толстые, жирные, высокие. Много очень молодежи. Не знаю, я за 3 месяца жизни столько не видела молодежи, как в Гринбери. Ну пропустил бы уже детей. Хай! Пропустил. То есть это нормально, чьи люди так просто машут, улыбаются и все. Никто не боится камеры, если на них направят. Как видно? Вот такие вот там деревья. Судьба нам, что ли, с тобой на водопад попасть. О, елочки, пожалуйста. Крашеные деревья. Елочка вон вверху. Елка, а, это ты не видишь, вон, сними.
ты показываешь. Ёлочка, зажгись. Это были Деды Морозы местные. Южно-каролинские. Что я думаю? Слушай, может нам тоже сесть на лавочку? А, мы же идем на вот... Надо носик почесать на удачу. Нам повезет. Кто будет гринь или чеши, типа носик. Вот светящееся дерево, да? Вот как оно светится. Вот на нем такие вот лампочки. Я, наверное, тут как дикий человек стою, разглядываю лампочки на дерево. Как будто я гирлянду никогда в жизни не видел. Вон провод. Вот. Вот он идет. Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. И вот, пожалуйста, розеточка. Все культурненько. Даже в металлорукаве, что вам хочу сказать. Каждое дерево, капец. Знаешь, каждый проводок в металлорукаве. Для белорусской экономики это капец.
бывает еще и такое, что вот только что прибыл новый Blazer, $395. Какой из них Blazer стоит $395? Какой вы оцените в 400 баксов? Да. Какой вы думаете стоит 400 баксов? Или может быть тот? Не дергай. Пошли вот сюда, не выключай. Еще интересно. А еще? Печатная машинка. Да, печатная машинка. Ну, уже видно, что она проверена временем. Еще покажу. И вот еще камера. Да, такой камеры я никогда не видел. Вот. Я даже не пойму. И приемник вот этот.